В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета находится много редких экземпляров книг. Одна из таких достаточно известная – «Кармала и режисси» или «Кодекс Абая». Уникальнейшее совершенно издание перед нами, сохранившееся в единственном экземпляре, и которое, конечно же, имеет огромное значение для Республики Казахстан. Книга представляет собой сборник официальных документов, принятых по итогам съезда в Семипалатинской области в 1885 году. Однако напечатан кодекс был в Казанском императорском университете. Этот текст был напечатан именно в Казани. В Казани в этот период публикуется более 2/3 казахских книг. Казахские историки отмечают, что кодекс представляет для юриспруденции Казахстана большую историческую и научную ценность. Конечно же, это очень важный символ становления казахстанской государственности. В этом году отмечается юбилей Абая Кунанбаева, и вот до всех этих ковидных обстоятельств планировался вывоз на этой книге в Северо-Казахстанскую область, там, где, собственно, и произошло принятие этого текста.